На пограничном контрольно-пропускном пункте, установленном на границе с Арменией в начале дороги Лачин-Ханкенди, поднят государственный флаг Азербайджана. На указанном участке города развивается государственный флаг Азербайджанской республики. Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Армении в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля в 12:00, 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской республики на суверенных территориях нашей страны на границе с Арменией в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.